Всем здорово, пацаны, девчонки, с вами Даник. В сегодняшнем видео я зайду в школу. Да, зайду, потому что изначально меня не впустят. Ну, в общем-то, если вам стало интересно, почему меня изначально не впустили, смотрите видео от начала и до конца. Произошло много всякого интересного в видосе. Не стало страшно, кто там был. Короче, видос получился очень насыщенным, очень интересным. Изначально поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну, а мы немедленно, мы погнали уже смотреть его, что ли. Слышишь, брат, уже далеко не праздник. Проверяй, на кого ты ее тратишь. И пускай нас замучает кашель, кто чего стоит, время покажет. Пока молодой, значит, время дорог. Если надо будет, рубить бед и порог. Все, что потеряем, мы потом найдем. Так что давай, так что понеслось. Так, пацаны, девчонки, приехал в магазин, сейчас куплю две шоколадки. В общем-то, на то, на что мне хватает денег, потому что как бы день учителя и тем учителям двоим, которые меня пустят, тем подарю по шоколадке, поздравлю их, так сказать. Ну ладно, погнали в магазин, куплю две шоколадки и поедем в школу уже. Так. Здрасте. Две шоколадки за 25. Две за 25, вот это вот. Вот это крайняя. Вот да, и вон с орешками за 25. С орешками какую? Вот эту? Она не с орешками. Вот эту? А у меня только 50. Это бабл. Они просто пористые. Просто прослойка, как ореха моя. Сама в этом. Вот эту тебе? Ну, можно это. Пятьдесят же? Угу. Все, спасибо. Как думаете, в школу теперь пустят? Как думаете, в школу пустят теперь? За шоколадки. Без шоколадок не пускают? Не знаю, сейчас проверю. Мы кому? Школьницам или техничкам? Так, как повезет, кто пропускать не будет. Так. Все, едем дальше. Опа.
там немного, 1600. Вот я за него говорю. Опа-на. Что за китайский? 9 февраля. Значит так, дорогие подписчики, до 9 февраля никогда не было 100 тысяч подписчиков. Я проверила. Да, я проверила. Да если бы. До 9 февраля. Если это Даня с Алиэкспресс. Сейчас, подожди. Пройдись по школе, тебе уборщица. Заказала Даня с Алиэкспресс. За 200 гривен. Покажи дневник. Что там по оценкам? Где оценки? О, стой. Это четырех, это пятибалльный у вас или 12? Пяти. Пяти или 12, серьезно? 12. А? Не, ну учишься хорошо, 4 балла дальше. Стой. Не готовий до уроку. Не готовий до уроку. Біологічний диктант. Да, пососать. 4. Геометрия, понял. Стой. Химия, 4. Понял. Отличник. Был бы у меня в колледже. У меня по пятибалльной 4. Да, стабильно по всем предметам. По некоторым пятерки. Опа, Соня, иди сюда. Не, ну мне больше не ты нужна. Да ёб, просто тетрадка. Это у меня вообще даже не больше. Так. Короче, вроде двоек нету, можно давать. И там было написано руками. Оно видно. А Наташа до сих пор написана. А потому что там тебе прям складно. Я не проверяла. Короче, вот это вот, нам было холодно. Мы спалили там, из резины сделали, типа, из резины. Хорошо. Мы его спалили. Что получилось в итоге? Не готова до уроку. Вот такого вот. Это Татьяна Викторовна. Вот немножечко. А, ну да, геометрия. Немножечко. Химия 9, у Кормова 10. Вот, короче, смотри. Снимаешь? У тебя тоже привет? Да. Привет. Ёма, что у вас так много? Ну что, это пятый? Здорово тебя! А что ты на него снимаешь? Ты не подписан, чей что? Нет, я тебя даже не знаю. Там тут Wi-Fi есть в школе. Да. А, Саня на него. Я на него подписываю. Не знаю, как на него было 820. Ну сейчас в два раза больше. И сколько вот это крепление? 350. Да. Мы все. А у тебя нужно? Все, пошли хвастаться. Что как продашь? Я покупал за 250. За 250? За что продашь? Ну это 200. Тут можно подумать. Что там случилось? Что случилось? Нормально так. Соня! А как вам его отдали? Или вы просто взяли? Она просто подала. Она больше всего не взяла. Нормально. У тебя же время не будет. У меня уже и перчаток не будет. Это твоя? Я твой подписчик. Я знаю, спасибо, что подписан. Это тоже еще один Даня с Китая. С Алиэкспресс. Я знаю. Соня, ты вообще даже... Сорвал урок или что-то такое, но... Быстрее бы меня сорвали. Потому что... Пошли в столовку, может, пустят. Да, очень чистые полы. Да. Это новая учительница или что? Они так пахнут, сейчас вкусники. Я тебе пишу, захотела, а еще нет. Ладно, столовка такая, как была, такая и осталась. Я ее еще помню такой. За сколько? 15 тысяч. 15? Да, посмотрел. Вроде бы ничего не поменялось, все помню. А где ты учишься? Где ты учишься? Драгобыч. Нефть и газа? Да. Я тебя поздравляю. Чё ты сюда? Я искренне рада. Тусёнка, вижу, и печёнки. Всем привет!
Подпишите на канал. О, только сейчас дошло. На первом уроке не дошло, на втором дошло. Да. Еще раз привет. Просто школа 2021 год. Джизи пуси на тусе. О, они опять вертаются. Личное такси. Давай нахуй, быстрее. Давайте вот это, лепсиха, лепсиха. Я эту песню подставлю специально для тебя. Спортзал быстро. Я чекну со входа. Что тут вообще? Вау! А что случилось? Ремонт сделали. Вау. На камере не передается. Ого. А окна, если в окна мячом попасть, они же разобьются. Я уже сразу. Еще. Когда мы ходили, вчера, позавчера, и по этой фине попало. А по этой фине нельзя ходить, да? Можно. Можно? Да, я тут, если что, стою. Ничего себе. Сколько такси стоит? Бесплатно. Ё-моё, а вот спортзал поменялся. Куда теперь? Пошли теперь туда. А что там уже? А взорвай школу, господи. Походу надо будет сюда еще раз вернуться. Если пустят. Ну правда для меня сложнее, чем Максим. Максим на уроки приходит. А я могу люлей отхватить. Хотя сегодня от завуча уже отхватил. От завуча или от директора? От завуча. Ну от этой Валентины. Так она директора вообще-то. А ну от директора еще лучше. Говорит, иди на двор не ходи. Интересный вопрос, за что? За что? Бо я по школе ходил. А, моя ласточка там стоит. Ласточка. Вон, тыква стоит, ласточка твоя. Не, себе такую ласточку забирайте. Дай покатаюсь. Не. Ну и что все эти... Короче, пацаны, девчонки, концовочка видоса. Отдай мой шлем. Сюда иди. Отдай мой шлем. Давай шлем сюда. А ты перчатки. Отдавай шлем. Ишь ты, шлем мой украл. Все, шлем. Шапка моя. Шапка моя у меня. Ты что, меня снимаешь? Я? Тебя? Да. Нет, я тебя не снимаю. Ты мне не надо. Я пока что... А потому что... Я возле школы был, я бы... Я ни хрена не вижу. Где ты есть? Сильно, модно, молодежно. Короче, я хотел одеть шлем, но у меня его опять забрали. Ну, короче, такая вот концовочка. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами были школьники и я. Все, пока.